Судебное заседание по громкому делу об изнасиловании дознавательницы тремя высокопоставленными полицейскими снова перенесли. Слушания запланированы на 29 августа. Как рассказали РБК УФА адвокаты обвиняемых Наиль Багаутдинов и Аслям Халиков, причина переноса – нетрудоспособность защитника пострадавшей Ирины Валиевой. Поступило ходатайство об отложении, да. И судья сразу отложил на четверг. Мы не знаем причин же, по каким они не явились. Вполне возможно, что причины объективные и уважительные. Она без своего адвоката не желает участвовать в судебном заседании. Вот мы вам факты говорим, пожалуйста, интерпретируйте как хотите. По словам второго адвоката Эдуарда Матвеева, Рустама Ибрагимова, самочувствие у их подзащитных в норме. Ну, эмоционально нормально, ну что? Они же чувствуют, что правда на нашей стороне, и мы победим. Переживают, естественно, потому что знают. Но тяжело. Под уголовным преследованием систему знают. Тяжело. Уголовное преследование – это же тяжелая вещь. Добавлю, после слушаний, которые состоялись 22 августа в интервью телеканалу РБК УФА, адвокат пострадавшей Ирина Валеева сообщила, что ее подзащитная уже нашла новую работу и вышла на нее. Но в какой сфере теперь она трудится, уточнять отказалась. Напомню, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое высокопоставленных правоохранителей изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. По словам потерпевшей, все произошло в здании ОМВД по Уфимскому району. После задержания полицейских уволили из органов, так же, как и их молодую коллегу, за распитие спиртных напитков на рабочем месте.